Всем Мария, меня зовут Иван. Скоро начнется у нас лодочный сезон. И поэтому сегодня мы хотим сравнить два способа перевозки лодки ПВХ на лодочном прицепе и перевозку лодки ПВХ на прицепе 2 в одном, то есть на бортовом прицепе. Хочу отметить, что это касается в большинстве случаев только лодок ПВХ габаритной длиной до 4 метров. Лодки ПВХ большей длины, как правило, лучше перевозить на лодочном прицепе. Итак, о плюсах лодочного прицепа. На лодочном прицепе у нас съемные фонари, то есть тогда, когда в воду будете заезжать, фонари можно будет снимать. Далее, ложементы у нас можно отрегулировать под любое судно. Лодка на прицепе будет располагаться низко. За счет съемного дышла зимой прицеп можно будет компактно хранить в гараже. За счет регулируемого колесного хода данный прицеп можно легко и быстро отрегулировать по развесовке на фаркоп. Что касается мотора, мотор можно будет перевозить на трансы лодки. Итак, рассмотрели плюсы лодочного прицепа, рассмотрим плюсы прицепа 2 в 1, бортового прицепа, оборудованного стапелем. Данный прицеп является универсальным, поскольку на нем можно будет перевозить любой хозяйственный груз, на нем можно будет перевозить мотоцикл, на нем можно будет перевозить мотобуксировщик зимой, если вы занимаетесь зимней рыбалкой, а также мотоблок. За счет стапелей он может перевозить лодку ПВХ. Также плюсом является то, что при вторичной продаже данный прицеп будет легче продать, чем лодочный прицеп. В итоге данный прицеп мы рекомендуем тогда, когда от прицепа нужна универсальность, то есть чтобы прицеп мог у нас перевозить лодку ПВХ и любой хозяйственный груз, либо мототехнику. Благодаря тому, что лодка располагается на лодочном прицепе низко, лодку можно будет легко спустить, а благодаря тому, что на бортовом прицепе есть функция самосвала, лодку также легко можно будет спустить. Вывод таков: если вам нужно перевозить лодку ПВХ и груз, то мы рекомендуем вариант 2 в 1. Если вы хотите перевозить только лодку ПВХ, конечно же, будет идеальным вариант купить лодочный прицеп. Итак, спасибо большое за внимание. Оставляйте комментарии, выбирайте свой способ перевозки лодки ПВХ, подписывайтесь на наш канал и делайте заказ на нашем сайте. Пока!